Висяне, смотрите. Снег. Нет снега. Снег. Нет снега. Знаете почему? Потому что его надо чистить. Вот остановка. Поняли как? Пожарная. Здесь моя печатная машинка. Да как раньше печатали. Прямо вот сейчас такие же клавиши. Только когда напишешь строчку, нужно было, да, обратно. Чух. Класс. Там внутри такой инк. Эти молоточки прыгают и печатают буковки. Класс. Вон дети рисуют. Видите, такая большая бумага для того, чтобы дети рисовали. Опять пуфики, опять кресло. Опять копировальные бумаги, копировальные установки. Зарядки, столы, вон люди, дети. Второй этаж. Стеллажи с книгами. Смотрите, какая прелесть. Butternut Farm. Там тыковки, там капуста, лук, чеснок. Смотрите, все выложено, помидоры. Офигеть. Дрова. Вот, смотрите, что даже маленькое гнездышко для таких с маленькими яичками. А вот такая, как вода, чтобы бежала старинная. Ну, раньше так было. Туда нажимаешь, да, и будет вода отсюда литься. Вот видите, как сюда лифт. Сюда должен быть лифт в библиотеке. Кто не хочет ходить пешком. Вот для детей разные, видите, пазлы и домино, всякие подделки. Тут что-то интересное. О, опять шахматы. Эти шахматы опять. Ой, какая прелесть. Какая прелесть. Wizard of Oz. Beauty of the Beast and the Beast. Помнишь это? Да, россияне. Что вы можете сказать про ваши библиотеки? В городе живет 20 тысяч населения. 20 тысяч. Видите, кто-то пришел, все-таки убрал.